Вроде бы ничего такого. Вроде бы. Но по факту... По факту там что-то жестковато. Эх, соскочил. Прыть была хорошая, но соскочил. Когда ты воистину считаешь, что безвыходных ситуаций не бывает. Он просто, там, я не знаю, сколько это торфа. А вот тут ему не хватает блокировочки. Но мы все знаем, что бывает с блокировочкой на выкрученных колесиках. Но он раскапывает, ребят. То есть, в принципе, может быть, будет логическое завершение у этого. Попробуй вот дать ей все, что ты можешь. Тебе чуть-чуть не хватает переднее колесо прокрутить. Прям первую, вот, чтоб, блин, до отрыжки. Продолжается. Ну смотри, здесь уже столько говна, что он скоро от него оттолкнется. По-моему, выхлоп заткнуло. Какие-то там странные звуки начались. Давай, Саня, ищи зацеп этот. Я вот сейчас здесь стою, он просто ездит по бревнам, по каким-то бревнам.
Я бы Саню посадил за изнасилование. Потому что это в чистом виде изнасилование. Его, видишь, точно не пускает бревно какое-то сейчас.